Да уж не соврали полурослики. Вас действительно нагнули. Ну что же, устроим вам тур по нашим лучшим пыточным камерам. Хер с ним, с Динатрием. Меня то куда? Я ж тебе исправно зарплату платил. И эту хвостатую тварь разрешил пощадить для своих утех. Что? Ты ж говорил, что отдал половину души ради нашей любви. Это ложь. Так она не знает. Ты всего лишь игрушка в его руках. Он взял тебя за 300 баксов. Господи, лучшие годы смерти впустую? Ари, стой, кому говорю. Да уж не с того-то начал знакомство с новым руководством. Руководством? Ты уже подлизал шершавым языком, кому надо, да, Иуда? Нет, я просто не занимался херней, как некоторые. Коля, першик готов. Всегда готов, босс. Тогда приступим. Бледного на чистку вампира на стрижку. Стрижка. Вроде звучит безобидно. У нас только короткие стрижки. Под самую косточку, как картошку. А, так вы не волосы стрижете. Ну ладно. Разок отмучиться и на покой. А, сейчас. Мы тебе новую кожу нарастим. Блять. Ари не вернулась еще. Нет, ее даже нигде не видно. Видимо, прячется где-то в утробе. Мы уже отправили отряд на ее поиски. Если ее найдут мои подданные, это еще больше ее расстроит. Нужно показать ей, что я способен ради нее на большее. На моей памяти, кроме больших ожогов на лице, ты ничего большого ей не делал. Я не виноват, что мой дрын стреляет напалмом. Тут все равно заживает все быстро. Но ты прав, надо хоть раз показать ей, что я могу делать поступки ради нее. Коля, чисть пока ерш не сотрется до черенка. Тебя понял, босс. А ты идешь со мной. Блядь. Ари! 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 Блять, а ты чё орёшь? Ну вы ж сказали, ари! Я и ору! Да не ари, а ари! Вы лавовой настойки въебали или чё? Мы ари потеряли, вот и ищем. А ты хули тут забыл? Живчика выгуливаю! Он посрать никак не может! Дебил! Он костяной, ему нечем. И давно ты тут сидишь? Блять, века два, наверное. Сука, где вы раньше были? Да уж, лох он и в утробе лох. Давай помогай тогда, раз мы помогли тебе. Ари ушла в этом направлении. Говно вопрос. Живчик вообще ищейка каких поискать? Есть что нюхнуть. У меня завалялось где-то немного вулканического мета. Придурок! Нужен запах, Ари, чтоб живчик взял след! Ща посмотрю. Возможно, у меня осталось немного ее волос. Ты носишь ее волосы с собой? Ну, не совсем волосы. Скорее, шерсть. Она как кончает, то сдавливает меня хвостами. Потом дрын надо клейким валиком прочищать, чтобы избавиться от волосни. Фу, блять! Как после собаки! А откуда тебе известно, как после собаки? Да была тут воргинка одна, попросила то самое предсмертное желание. И в момент кульминации превратилась в блохастую, и мы склеились нахуй. Хуясе! Пару минут жизни она себе явно выиграла. Вот. Держи. Ага, бля, держи. На пол клади. Я еще в руки это не брал. Живчик, нюх. Ебать, ты его моешь вообще? В чем? В лаве, сука.
Не сыща клемается, и продолжим. Я б на месте Ари тоже сбежал от такого. Закройся. Такс, след обрывается тут. Есть догадки? Ну даже, блядь, не знаю. Когда это потеряться в таверне было сложным делом. Я помню, 3 года тут провел, не вылезая. Страшное время. Так сильно бухал? Не, пропил части тела. Ждал, пока отрастут. Так вот, почему тебя тут прозвали Колобок? Агас. Значит так. Рассосались и ищите Ари поблизости. Если кто-то хоть прикоснулся к ней, буду варить на медленном огне по пояс до готовности. Потом кормить этим петушиным супом, отращивать новые и по кругу. Сначала по кругу демоническому, потом по кулинарному. Сука, аж жрать захотелось. Найдешь, Ари. Я тебе грешных мурлоков месяц отдавать буду. На поиски. Я от ухи тоже не отказался бы. Такс, пора навестить Мохнатого. Эй, низкополигональный Винни-Пух. Не видел тут бабу с хвостами. Ты шутишь? Это жад. Тут у каждой твари есть хвост. Я даже комплексую, как то из-за своего коротыша. Еще раз увильнешь от ответа, я из твоей шерсти чехол для меча сделаю. Сука! Да не видел я ничего. Поспрашивай в баре, может, кто видел чего. Славно. Значит, глаза тебе больше не нужны, коли они такие бесполезные. Выбирай, тварь. Какой вырвать? Шоколадный! Я все равно им не пользуюсь. Не тот волк, кто бабу ищет, а тот, кто в палисадник дрищет. Блять, опять этот дебил. Я информацией владею важной. О твоей девочке с пещеркой влажной. За мной иди, властитель ада. Я дам то, что тебе так надо. Он типа говорит идти за ним, и он покажет, где она. Вроде да. Жди тут. Вернусь, буду пасть тебе рвать. Нет, худо без добра. С порванной пастью, может, пить брошу. У меня нет настроения на твои тупые цитаты. Или показывай, где она, или я тебя твоим любимым волком скормлю. Не тот волк, кто угрожает, а тот, кто брата уважает. Не брат ты мне, гнида красножопая. Еще одна параша вылетит из твоего рта, и ты сильно пожалеешь об этом. Взгляни в пещеру впереди. Насытятся глаза твои. Ну и хули там интересного? Хватит меня преследовать. Чудовище, я хочу побыть одна. Или я твоя собственность, и ты вправе делать со мной, что хочешь, да? Да, оно так и есть. Меня задрали эти игры. Или ты кончаешь страдать херней, или вернешься туда, откуда я тебя спас. Значит, ты и правда такой, да? Прискорбно. Не тот волк, что бабло рубит, а тот, что бабу свою любит. Ты ее заразил своей херней. Я убью тебя. Какого хрена? Могуществом ты одарен. Ты быстр, огромен и силен. Печать исправит сил баланс. Дарован будет новый шанс. Я тебя на фарш пущу, аутист. Ари, чё он несёт? Прости, но ты опьянён властью, что даровала тебе твоя сила. Ты стал чрезмерно жесток. Чрезмерно жестокий повелитель ада все равно, что слишком мокрая вода. Эта печать вернет тебя к истокам. Мы пустили немало жертв на ее создание, но такова цена урока. Ты вернешься в мир живых, дорогой. Вернешься в те времена, когда ты был еще никчемным солдатом. Может, когда ты вспомнишь, каково быть слабым, ты будешь мягче относиться ко мне. Не смей, девка. Шалорош. С ним точно все будет нормально. Мне есть о чем переживать.
Переживать можно мясо, а я на твоем месте бы обосрался. Тупая бабища, спасибо за теплое местечко. Отныне я владыка тьмы, и ты уже ничего не сможешь исправить. Что? Но ты же был за ровные понятия. Вам не дано тупым понять. Мне дорога лишь моя мать. Пацан не тот, кто водку пил, а кто утробу захватил. Сука, нет, я ошиблась. Это чумурлоков не будет. Тебя только этот дебил волнует. Надо придумать, как помочь ему. Ебать! Вы как его вообще схватили? Он нас рогами ебошил, но случайно въебался в стену и отключился. Забавно, что он будто играл с нами. Подал он только взад. Отлично. Меня откинуло прямо на момент смерти. Эй, паладин, давай убивай меня быстрее. Мне в ад надо. Ты так говоришь, будто за хлебом туда бегаешь. Хуебом. Давай делай, что должен. Так думаешь, смерть входит в его планы, или он просто устал сражаться? Посмотри на его челюху. Такой Сигма просил бы смерти просто так. Верно, он нам пиздит. Живи, бычара. Мы не станем убивать тебя. Сука! Не убьешь, хребет сломаю. Оп, божественный щит. Оп, божественный съеб. Без вас справлюсь. Ушлёбок! Дай мне сдохнуть! Ты не сдохнешь, пока я тебе этого не разрешу. Понял? Я еще седого ебаната не слушал. Прочь, дороги! Я сам найду смерть! Ну чё? Успокоился? Я уже позабыл, что такое радость битвы. Теперь и подыхать неохота. Давай, ебашь прям мне жрок, мужик. Не стану я тебя убивать. Ты совсем отбитый. Я тут половину твоей армии положу. Ничего, казармы еще нарожают. Это расходник. А такой воин, как ты, нам еще пригодится. Неужели ты решил, что я стану прислуживать деду Паладину? Да, и оно так и будет. Как твое имя, смертник? Оронра. Запомни имя того, кого ты не можешь убить. А, так-то тот самый заднеприводный паладин. Наглая ложь. Мужик, открою тебе тайну. Меня откинуло в прошлое, где я еще жив. В своем времени я повелитель ада. Тебя я лично провожал в сектор мужских игр. Не знаю, интересует ли тебя сейчас борьба, но со временем заинтересует точно. Так что убей меня поскорее. Не то я всем расскажу, чем ты будешь заниматься после смерти. Да уж, виду сильно ты башкой ёбнулся. Эй, бычок! Если хочешь сдохнуть, атакуй орду, что готовит наступление на Террамор! Хватит прятаться, гном! Хрен я подойду к тебе! Оренро, скажи ему! Действительно! Хватит прятаться, гном! Да идите в жопу! Но идея хорошая. Отбей атаку орды и найдешь свою смерть. Убьешь всех, мы тебя завалим. Или же погибнешь, там выиграв нам время. Точно, это же та самая битва. Спасибо, мужики. Прощайте. Думаешь, он правда сделает это? Я позаботился об этом, как только он начал крошить наших. Дезинформация уже в рядах Орды. Он поможет нам против своей воли. Наша цель почти достигнута. Террамор должен пасть под нашим натиском. Не ссыте, мы тут хорошие ребята, а они злодеи. Мы явно победим, это канон. А что насчет того громилы за вашей спиной? Я понимаю, что ты раньше не видел ни хера из цивилизации, но это просто статуя. Она не несет никакой угрозы. Придурок! Под статуей! Вечер в хату, вождь. Как сам? Гелиос, я рад, что ты выжил, друг. Готов вступить в бой. Какой бой? Мой хуй с твоей губой. Давай,
Ну и шуточки у тебя. Смешно. Но сейчас не время для них. На Вазелин всегда есть время. Слезай с волка, паскуда. Я проголодался. Что на тебя нашло? Ты озверел, что ли? Озверел? А ты что, уже присматриваешься, Зофил ебучий? Ну, не такие же и обидные шутки, правда? Та-да, вроде жизненно даже. Сыкуны, дайте мне бой. Серьезно? Они ссут с ним сражаться. Тебе ли это говорить? Смылся, как сыкливая девка. Легко говорить, когда твой зад оберегают боги, да? То, на что учился. Так, они договорились о чем-то. Приляг, отдохни. Попустит тебя скоро. Походу, люди накачали его какой-то дрянью. Я вас сейчас накачаю своей дрянью, твари. Ладно, я понял. От вас, девочек, я боя не дождусь. Я требую Мадара. Ходом, анальным копытом. Ерасе! Не думал, что ты тоже придешь. Я чё и блан такое пропускать? Война подождет. Значит так. Впервые кто-то вызвал Хогана Макгара. Предупреждаю. Если бой будет мгновенный, деньги за билеты мы не возвращаем. Правила для всех едины. Но этот бой, сука, под них не подходит. Ебашьте друг друга, как хотите. Готовьтесь. Хог, я уважал и буду уважать тебя. Но мне правда нужна в ад. Я не буду сопротивляться. Просто сделай это. Сынок, ты решил делать мне поблажки? Я бы не стал без необходимости. Не позорь священный ритуал. Какой бы ни была ситуация, не отступай от принципов дуэли чести. Дай мне бой, малыш. И уж постарайся выложиться на полную. Обещаю, мастер. Аж интересно, что было бы, если бы эти двое были ебанутыми, как гром адский крик. Альянса, наверное, бы не существовало. Ну, или как минимум говяжьей тушенки бы не было. Посмотрим, чем это кончится. Надеюсь, у нас все идет по плану. Обычно после этих слов наступает пиздец. Не каркай! Кровь и честь! За племя! За наших предков! Да они полорды переложили! Вот и славно! Терамор может спать спокойно. Сделаю подарок нашему другу на прощание. И чё это было? Я очистил его душу светом. Он попадет в рай. Идиот! Он вотстремился! Ой, блядь! Ой, блядь! Ой, блядь!